земля от света повернет во тьму. Вот. А вот это вот, я считаю, к теме. Вот это ледяные узоры. Они не хаотичные. И не просто какие-то силовые линии. Вот это повторение природы. Вот. Оно позволило сделать открытие неимоверное, мировое, о котором пока еще никто из ученого мира не знает. Знает отдельно. Кто-то где-то заглянул, вздохнул, сказал, ну надо же, как же так, простые садоводы-любители нас обошли. Обошли на 1000 лет. Помните, как-то муха с 8 ногами. 2000 лет верили, что 8 ног, потому что никто не проверял. 8, ладно. Вот. Видите, чем не папоротники, да? Как может природа вот это создать хаосом? Вот. И вот у меня, когда вся система, вся схема, все открытие было практически готово, не хватало одной детали. Я поделился с Латинковым, что он мне взял. Константинович, да вот она. Он заморозил воду из скважины. Но если взять это, 1000 сделать, 2000, 100 000, это надо науки сделать, вот таких фотографий. Пока жива Люда, Галя, она помогала мужу. Вот. Технологии вот этого. Все тайны будут разом открыты. Я не стал ждать. Науки надо, не надо. Вот она. Я не зря упомянул Латинкова. Несколько таких фотографий. Это последние камни в теорию происхождения жизни на Земле. Вот. Не было бы его, и не, я бы не осмелился бы, если бы не его фотографии, вот это все напечатали. Вот. Эй, ученые, помните, какой злобой и с какой это самое презрением относятся к нам эти ученые, которые учились по книгам и ничего не создали. Итак, пусть это будет его память тоже. Вот. По силовым каркасам, в скобках, лекалам, чертежам, как бы целенаправленно встраивались, пристраивались друг к другу молекулы из супового первобытного набора. Если он имел весь набор и возможность, ну, речь идет о минерально-солевом наборе, и возможность ионизации молекул, оживали. Это вам не случайное слипание, что мы из грязи вышли. Нет. Все это было в воде. Уже это божественное происхождение, это все было в воде. Попала вода на землю и расцвела жизнь сразу. А непонятнее, вот, куда-то выпало 500 миллионов, а потом откуда-то внезапно все взялось. А почему? Да и мы же вам даем ответ. Это же у меня специально есть это. Специальный научный труд. Я не без кавычек говорю, научный труд. И вот однажды, я все это не только о себе, это две фамилии. Если бы одна, может, я уже сказал бы, ну, я когда-то провякал, а, и все. Но здесь фамилия Латинкова, которую мы сейчас вспоминаем. Вот. И вот однажды на экране телеканала «Федеральная наука» появился человек должности профессора. У меня все это переписано, все. Это когда? Это я лихорадочно с экрана прямо списывал. Вот, слова профессора. Потому что он, понимая, что уже все, мы попали в точку, мы сделали открытие, за которое Латинков не дождался Нобелевской премии, и я не дождусь. Вот. Потому что как ему было трудно. Смотрите, как было тяжело. Я представляю этого человека, который уже близко, уже все. Вот. Но не его открытие. Что он написал? Это лихорадочно, вот мой почерк, вот он, что я успел. Это потом все оформлено, все. Есть фильм специальный. Вот. Прямо оттуда снято, с экрана, то есть все это честно. Честно, 100%, да, документировано. И вот слова профессора. Сейчас появляются намеки на то, что в формировании организма вода принимала также важное участие. Это не все, не главное еще слова. В том смысле, что не просто растворяла, а может, нет, в том смысле, что не просто растворяет, а может строить. То есть вода – универсальный растворитель и универсальный формообразователь из того, что в воде
раствор начинает в воде с раствором начинает собираться определенная форма, которая начинает жить своей жизнью. Вы понимаете, а у меня там написано 2014 год, а начал-то говорить еще раньше, а это все свежее. И главное, ну есть, скажи, есть такие железы у Латинкова, он один уже не дожил до триумфа. А здесь сейчас появляются намеки. Это значит, я в стороне, я вот только чуть-чуть мякнул, так легонечко, со страхом. Ведь тут же должны его пришучить. Вы что, ты какой дармист? Вон тебя, а то тебя из науки, как ты смел? Даже вот за это дикая, страшная ересь с точки зрения дарвинизма. Вы представляете? Вот он наш Латинков. Это ладно, тут я на готовом, там у меня таких сотни снимков, доказательства. Они известны в интернете. Набирайте в интернете, вот они. А он взял вот это его, вот это вот. И тогда я сказал на весь свет, караул, нас грабят, нас ограбят. Это все выйдет в чужих руках. Это будет в академиях Соединенных Штатов. Китай, скорее всего, они ближе всех к этому подошли. У нас есть русский китаец, то есть, ну да, даже не оговорился. Русский китаец на Дальнем Востоке, который близко подошел к этому. Но все равно мы впереди. Вот. Вы понимаете? А ведь это совсем другая жизнь, другой смысл. Есть смысл жить. Есть еще душа. Есть душа у человека, она существует, она самостоятельная единица. Может, про душу он бы написал, то есть бы тут же бы с профессором бы куда-нибудь это, в дворники. Вот это мне навеяло, это разговор с Гарри Латинковой. Поплакали мы с ней. Господи, каких людей теряем. Да когда только он заболел, уже с этот самый, этот самолет, санитарной авиации самолет, МЧС должен был его в московскую клинику доставить. Спаси его. Это сколько лет пройдет, пока им гордится страна начнет? Нет, надо умереть вначале.